Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых мы, увы, не знаем. И вот МИД Литвы вручил ноту протеста белорусской стороне за то, что она до конца 2021 года планирует ввести в эксплуатацию и запустить второй энергоблок БелАЭС. Литва утверждает, что на этой атомной электростанции еще не прошли, так сказать, все нормативные испытания, и она не соответствует нормативным требованиям, которые должна соответствовать атомная электростанция и атомная энергетика. И МИД Литвы утверждает, что якобы вот эта атомная электростанция, как я уже и говорил в предыдущих видео, но она угрожает ядерной безопасности в целом в регионе. Я считаю и уже говорил, что эта атомная электростанция — это фактически бомба замедленного действия, которая заложена Россией в Беларуси. Это мое такое субъективное мнение. Я поддерживаю полностью решение МИД Литвы и правительства Литвы выразить ноту протеста белорусской стороне. Живи Беларусь, и пусть все будет хорошо.